Дорогие друзья, приветствуем вас на нашем канале. Каждый день мы стараемся рассказать вам о самых важных и ярких событиях в мире российского шоу-бизнеса. Но не всегда эти события приносят радость и удовольствие. Время от времени нам приходится делиться с вами новостями, которые омрачают нашу жизнь, новостями о потерях, которые невозможно восполнить. Сегодня утром родные Анастасии Заворотнюк сообщили о ее смерти. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года. Около 5 лет назад у Анастасии диагностировали рак головного мозга. Все это время она проходила лечение в лучших клиниках. Порой казалось, что состояние артистки улучшится, но чудо не случилось. 2 недели назад Заворотнюк резко стало плохо, она жаловалась на сильные головные боли, очень похудела и не могла двигаться. Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь тем, что я твоя дочь. Всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой. По поводу трагедии высказалась дочь актрисы Анна. В данное время в сети приносят соболезнования семье Анастасии Заворотнюк и желают ее близким сил пережить потерю. Эта трагическая новость заставляет нас вспомнить, какой удивительной и яркой личностью была Анастасия Заворотнюк. Она начала свой путь в актерской профессии и быстро завоевала сердца зрителей своей неподражаемой харизмой и талантом. Ее роль в сериале «Моя прекрасная няня» принесла ей всенародную любовь и признание. Однако за экранным образом всегда скрывался человек с глубокими чувствами и огромной силой духа. Около 5 лет назад у Анастасии диагностировали рак головного мозга, и с тех пор она мужественно боролась с этим страшным заболеванием. Все это время рядом с ней находились ее близкие, поддерживая и веря в лучшее. Но болезнь оказалась слишком коварной. Последние 2 недели состояние актрисы резко ухудшилось, и вчерашней ночью ее не стало. Анна, дочь Анастасии, поделилась своими чувствами в личном блоге. «Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь тем, что я твоя дочь. Всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой». Эти слова тронули сердца многих поклонников Анастасии. Люди по всей стране выражают соболезнования и делятся воспоминаниями о любимой актрисе. Ее сила, стойкость и несломимый дух стали примером для многих. О болезни Анастасии Заворотнюк ходило много слухов. Поговаривали, что серьезные проблемы со здоровьем начались после процедуры ЭКО, на которую она пошла ради рождения дочери Милы от фигуриста Петра Чернышова. Но семья никогда не делилась подробной информацией о болезни и самочувствии актрисы. Известно, что лечение звезды «Моей прекрасной няни» было очень интенсивным, с использованием новейших препаратов. В одно время даже появилась надежда на то, что состояние Анастасии стабилизируется. К сожалению, чуда не произошло. Сегодня мы прощаемся с Анастасией Заворотнюк, но ее светлый образ навсегда останется в наших сердцах. Мы будем помнить ее как талантливую актрису, любящую мать и сильную женщину, которая до конца боролась за свою жизнь. Спасибо, что были с нами в этот тяжелый час. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых важных новостей и событий. Мы продолжим делиться с вами тем, что важно, и надеемся, что вместе мы сможем справиться с любыми трудностями. До новых встреч, и помните, что наша сила в единстве.